В начале лета в Алматы откроются центры пляжного волейбола и тенниса. Сейчас там заканчиваются строительные работы. С их ходом ознакомился Аким Бауржан Байбек. Спортивный комплекс по волейболу включает в себя три игровые площадки площадью 900 квадратов, ресторан, душевые и раздевалки. В день здесь могут тренироваться больше 120 человек. Центр будет работать практически всесезонно, за исключением зимы. Спортивная арена расположена в парке имени Ганди. Здесь, кстати, инвестор построит также детскую площадку. По стандартам идет. Высота забора у нас получается 4 метра. Песок у нас, основание мытый песок. В ходе объезда Аким также посетил недавно возведенный теннисный центр «Мамыр» в Ауэзовском районе. В день здесь тренироваться могут более 500 человек. В их распоряжении 6 открытых и 4 закрытых корта. Такая территория позволит проводить республиканские турниры. Также из бюджета направят средства на субсидирование занимающихся в социальных группах детей. Центр, кстати, строится за счет Федерации тенниса. Рядом, как обещают инвесторы, будет также возведена детская игровая площадка. Добавлю, в прошлом году в Алматы прошло 1400 крупных спортивных событий в рамках программы «Спорта Алматы». В этом году мероприятий запланировано на треть больше, а значит и охват будет выше на 22%. В них будет задействовано около 200 тысяч горожан. Также 18 тысяч детей будет охвачено программой «Спорт в моем дворе». В прошлом году в ней участвовали 11 тысяч ребят. Кстати, в Медовском районе появится новый спортивный объект. Возле Халык-арены возведут легкоатлетический стадион на 5 тысяч мест.